Итак, всем привет! Немного информации для игроков консольной версии Warface. Во вчерашнем обновлении от 15 июня для консольщиков наконец-то добавили моды для гранат, аптечек, рим-комплектов, комплектов патронов. Как говорится, не прошло и 2 лет. Вахуй просто! Но лучше поздно, чем никогда. Модификации прокачиваются автоматом в любом режиме, будь то PvE или PvP. Заебись! Четко! Ну и стоит заметить, что моды доступны только для дефолтных версий гранат, рим-комплекта инженера, аптечки, дефибриллятора медика, комплекта патронов штурмовика. И не распространяется на версии, купленные за кредиты или варбаксы. Какие из модов ставить — это исключительно выбор каждого игрока под конкретные задачи. На Ютубе полно роликов на эту тему. Есть из чего выбрать. Также замечу, что теперь игроку доступны сразу 3 версии гранат. То есть дымовая и светошумовая, она же флешка. Раньше покупалась на время в игровом магазине. Теперь это доступно бесплатно. Ну, хоть какой-то положительный бонус. Осталось дождаться добавления томагавка и молотова. В общем, была рада поделиться этой информацией с консольщиками. Желаю вам хорошего настроения, приятной игры, побольше побед. Поменьше неадекватных долбоебов, тиммейтов и быстрой прокачки модов. Пока-пока. Thank you.